Всем здорово-здорово, и сегодня на обзоре монета ISAT копеек 2014 года. И об ее стоимости вы узнаете на моем канале. Поехали! И сегодня у нас на обзоре монетка 2014 года, я уже говорил, 50 копеек. Скажу вам так, что она была отчеканена многомиллионными тиражами. И нумизматической ценности она особо не имеет. Но это уже вдруг кому-то там понравится, то тот ее и может купить. И я вам скажу, что существует 50 копеек 2014 года две разновидности. Ну, ни одна, ни вторая разновидность ценности не имеет. И у нас в Украине, извините, что заикаюсь, она стоит свой номинал. Если вам удастся ее продать за 1 гривну, это уже будет замечательно. Так вот, на Украине она стоит свой номинал, это монетка 2014 года. Всем спасибо за просмотр, хорошего дня, подписывайтесь на канал. Дальше буду показывать монеты другие. Всего доброго!